пока певица решила не обустраивать отдельную комнату для наследницы, а поставила кроватку и шкафчики в своей спальне. Всего несколько месяцев назад 28-летняя Нюша впервые стала мамой. Она подарила своему мужу Игорю Сивову дочку. Пока родители скрывают имя малышки, но сама певица заверила, что очень долго выбирала подходящее имя для наследницы. Также артистка уговорила супруга присутствовать на родах. Ей была необходима поддержка в важный момент. Впрочем, Игорь не пожалел о том, что присутствовал при появлении дочери на свет. Больше по теме Нюша рассказала, чем занималась во время декретного отпуска певица, ответила на самый популярный вопрос своих поклонников. Первые 2 месяца после родов Нюша находилась в Майами. Там она наслаждалась радостью материнства, а заодно и хорошей погодой. А в конце января певица вернулась домой. Она сразу начала подыскивать подходящую детскую мебель для наследницы. По словам артистки, она остановила свой выбор на кроватке, комоде и шкафчике итальянского производства. Пока Нюша предпочла не обустраивать отдельную комнату для ребенка, а поставила мебель в своей спальне. В соцсети певица опубликовала снимки, на которых запечатлена возле светлой кроватки с изображением медвежонка. «После долгих раздумий мы все же остановились на итальянской мебели», — отметила она. «Оказывается, мебель для детей выбирать куда сложнее, чем для взрослых. Но теперь я довольна, малышка счастлива, а папочка спокоен, что если принцесса начнет пробовать мебель на вкус, то это совершенно безопасно», — добавила артистка. Поклонники оценили выбор Нюши. Многим понравилась светлая мебель, которую она купила.